Привет, это сингл. Продолжаем мы выживать в Project Zomboid, и это история безымянного выжившего. В прошлой серии мы остановились в центре Вестпоинта, почти что в центре. Я не помню, лутал я этот домик или нет. Но даже если уже еще и не лутал, то как бы... А, не. Все здесь залутано, все здесь четко, все здесь красиво. Пошли дальше смотреть. Цель у нас одна. Залутать, убивать и все в этом духе. Нам нужны припасы, нам нужна еда. Следующий заходик, я подумал и решил. Следующий заходик у нас будет вместе с тачкой, и тачка будет вместе с прицепом. Потому что я хочу много лута и на долгую поездку такую. А потом уже возвращаться и заниматься всеми фермерскими, домашними делами и так далее. Так. Угу. Здравствуйте. Рад был видеть вас. Или нет? Опа. Вот это мне надо, кстати. 2600 калорий. Кушай. И вес пошел вверх. Ну, в принципе, вот это мы, наверное, покушаем потом. Потому что там я не знаю, сколько калорий. Не помню точно. Там что-то около 1200 вроде бы. Вот и баночки. Так. Здесь у нас журнальчик и журнал охотник. Ну, меня интересует только лишь книжечка. Кстати, что там по электронике? Электроника качается медленно и уверенно. Медленно и уверенно, но качается. Значит, это нам все нужно. Круглое платье. Винтовка с кс. Винтовка с ксы. Так, это разбирай. И вот это разбирай. Хай буды пара гвоздей. Вот этот вот шкаф тоже неплохо было бы разобрать, потому что с него там тоже выпадает довольно... Ага, да, 3 гвоздя. Действительно, довольно неплохо выпало. В скобочках нет. Тут у нас что, газосварка? Понятно. Так, надо... Хотя не надо запомнить, я и так, в принципе, держу в голове то, что мне не хватает собирательства 5-го тома. Если уж я его найду, то надо будет его по-любому лутать. О, кстати, машинка какая-то стоит. Ага, я здесь вылезти не смогу, да? Или смогу, подожди. Не, не смогу, там забаррикадировано. Ну и ладно, не очень-то и хотелось сильно, если честно. Так, вот это мы ставим. Пошли следующие гаражики смотреть. Кстати, вот тачка. Но это элитка, я их вообще не люблю, если честно. Чисто, ну, тут, в принципе, и слава богу, как говорится. Не так ума, и слава богу. Гараж, естественно, будет закрытый. А окошко? Окошко даже было целенькое, даже не выбитое. Складной стулыч. Мусорка. Пора взять с собой уже мусорку. Ага, там уже места не хватает. Блин, а места-то немного не хватает. Сейчас хватит. Сейчас точно влезет в мусорку. Давай-ка лампочку тоже сюда. Ну, в принципе, это знак. Это знак того, что, в принципе, было бы неплохо-то и вернуться домой. Вернуться домой, время 17:30. Я как раз к ночи вернулся бы. И уже на будущий раз... На будущий раз я бы взял с собой тачку. О, еще одна канистра. Вообще хорошо. Фонарик, кстати, разбирай. Канистра — это очень хорошо. Ну, в принципе, уже и сонливость подошла. Короче, все. 100%. 100%. Давайте возвращаться вместе с вами, уважаемые дорогие товарищи, домой. По дороге буду топливо сливать, где я найду. Правильно? Я думаю, что правильно. Увидимся на базе. Вот мы и дома. Так, кушаем. Там филешечки, я их ношу, но не хавал все это время. Ну и ладно, в принципе. Так, металлический мусорный бак. Настало твое время. Настало твое время встать туда, где тебе и самое место было бы.
Так, и сразу же туда закидываем. Закидываем все, что можем. Но нам нужен будет в любом случае еще этот огромный металлический бак. Ну, такой синенький, который нужно вырвать будет этим монтировкой. Вот. И он там весит 40 килограмм, его по-любому машиной только можно будет притянуть. Так, а филешки, наверное. А филешки я, наверное, уже какие-то там определенные выкину. Ух, нифига здесь. Конечно, еще лутецкого. Давай-ка, наверное, мусорный бак переставим. Так, давай подними его и переставь вот сюда поближе. Филе рыбы. Давай-ка сюда, а остальное мы в случае чего закинем. Куда? Так. Какая гроза хорошая пошла. Слишком много оружия лишнего я с собой таскал. С тем двойным баком было бы попроще. Так, удаляем. Интересно, это в небытие куда-то он удаляет вот этот весь лут. По всей видимости. Так, удалить. Oh, nice. Теперь эту штуку подними. Поставь ее сюда. А вот этот вот кустик вырви. Мелкие ветки туда тоже закинь. Окей. Окей, пошли спадки. Самое время пойти поспать. Спокойной ночи тебе. Как там тебя зовут, да? Ну, это ладно. Так, гроза прошла? Нет, гроза не прошла. Хотя гроза, может быть, прошла, остался дождичек. Окей, нам что нужно сейчас сделать? Нам нужно сейчас лутецкий раскидать. Я это сделаю быстренько на перемоточке. Ну что, я в принципе раскидал весь лут, который хотел бы раскидать. Книжки, наверное, эти две штуки я оставлю в избранном, пускай они лежат, они всего лишь 1 килограмм весят. Сейчас надо будет понабирать оружие. А вот что я сделаю, я возьму, наверное, с собой две катаны вот эти, надо их добивать тоже. Две катаны я возьму, тактический ножик мне, в принципе, не нужен. Садовые вилы сразу на спину закинем, будем их добивать. Потому что катаны именно ж нельзя, их только можно в ножны, закинуть. Так, из самодельных копий я возьму, наверное, с собой, ну давай, наверное, штучек 5. 15 килограмм у нас веса. Ну что поделать-то, да? Так, это в избранное, и это вот все в избранное. Две пустые канистрочки надо забрать тоже с собой. Эти две пустые канистрочки либо в багажник, либо в прицеп закинуть, правильно? Давай лучше в багажник. Так вот, не перепутаем. Давай посмотрим, что у нас там по топливу. По топливу нам, в принципе, хватит. Ну и что, в принципе, поехали. В принципе, поехали. Увидимся уже с вами там. Мы приехали. Выходим и работаем. Гром какой, как атмосферно, да? Мы работаем, и гром, бабах. Работы тут предстоит много. Потому что в этом районе их обычно всегда достаточно. Главное прорезать себе путь. Не паникуй, чувак.
скоро у тебя будет железная психика, ты вообще не будешь бояться ничего. Для этого еще нужно... Вот сколько ты убил, еще столько же 3 раза. Минимум. От 3 до 7 раз, там, от 10 до 20 тысяч убитых зомби. По рандому. Ого, вдвоем с винтовками? Ничего себе. Тут у них спавнер где-то, видимо, как в Майнкрафте, да? Это их как-то слишком много подваливает. Так, ну-ка. Хочу выстрелить пару раз. Сблизи ты не попадаешь, как обычно. Ну, дальнего убил какого-то. Давай, выбрасывай. Бери нормальное оружие в руки. Это начинает даже звук как-то подглючивать. Очень интересненько. Откуда же вас здесь только взялось? Ой, очки потерял. Надо будет поднять. Либо новые найти. Видимо, стрелять было не лучшей идеей, правильно? А может быть и лучшей. Зато их здесь почти не останется. Ё-моё, а? Так, сзади. Что-то я сейчас такой замув сделал. Немного непонятный. Что, вкачалась прочность? Вообще отлично. Очень хорошо. Так, минус копье. Точнее, пожарные вилки. Так, давай бери с охотничьим ножом. Давай только хучей доставай его. Так, надо стамину подправлять. Слушайте, а неплохо вышло, да? Мне понравилось. Так, отдыхай.
Так, меня интересует вот этот сгоревший домик. Вот тут даже зомбя осталось. С той стороны тоже. Там же открыто, как бы, ну. Мог бы через дырочку пролезть. Тебя это мало волнует, да? Я тебя понял. Я тебя понял и услышал. Вот тут откуда взялись вообще. Есть. Так, что, пойдем на второй этаж? Пошли посмотрим. Мало ли, что в шкафах будет. Винтовочка мини 14. Она очень хороша, но у меня, по-моему, она уже есть. Следовательно, брать я ее не буду. Давай вылазим отсюда. Очень некомфортная квартирка. Скажем так, если это вообще можно назвать квартиркой. Еще внутри ломятся. С ними я разберусь. Давай сразу же метки начинать ставить. Поехали дальше. Так, что может помочь вам? Стоп, я ж на этот в быстрый доступ на спину не накинул копье. Нажимаю, думаю, что оно не берет. А вон оно почему. Тебе тоже помочь? Молотком забил. Первый зомби, по-моему, забитый молотком. Так, с досками шо? По состоянию тут они такие себе. Ну, в принципе, можно и выкинуть. Не буду я тут делать с них копья. Не вижу в этом смысла. Котик. Котик мне не нужен. Так, подожди, там светилось, будто бы там должно было быть окно, но его там не было, правильно? Правильно, значит, гаражи шо? Правильно, вскрываем топориком. Давай, родной. У тебя получится. Какие крепкие ворота оказались, да? Ну, слушайте, смысл здесь был. Потому что я нашел замечательную проволоку. Которая мне, в принципе, пригодится. Так, этот гараж точно таким же макаром сейчас будем оприходовать. Тут же окон нет, правильно? Тут окон нет. Что, давай, погнали. Угу. Мусорные пакеты отсутствуют. Следовательно, мусорные пакеты что? Правильно, будем искать каким-то образом собирательством где-нибудь в тайлах мусора в городе находясь. Но это уже когда прокачаюсь. Хорошо. Где там кто ломится? С двух сторон? Нет, не с двух сторон. В разные двери. Так, что на кухне? Как обычно, мое любимое. Мое любимое и ничего на кухне. Разбираем. Погнали. Так, тут еще какие-то. Так. А, вот бинтик. Бинтик возьми. Мало ли шо. Оружейный кейсик, коробка скрепок. Лучше плеска была. Это паническая атака всего лишь. Не пугаемся. Разбираем, идем дальше. Тут у нас чё? Дробовичок. Разряжай его. Патрики забираем. Use bayonet. К дробовику можно прихерачить штык-нож М9. Чего? Я впервые слышу об этом.
А для чего вообще это нужно? Использовать его как длиннорежущее или что? Разве так можно? О, еще патроны. Еще и двустволочка. Еще и ружейный кейсик. Еще и можно снять насадку. Вообще песня, пушка. Так, это мне. Это себе ставьте. Ремешок давай сюда. Кстати, двуствольный этот. Давай-ка, наверное, спилим ствол. Я подумал и решил, что я его с собой возьму на всякий пожарный. И приклад спилим для того, чтобы можно было в кобуру закинуть его. Эту херню выбросим. 308 калибр бери. Мне очень нравится. Патроны — это всегда хорошо. Но только лишь в играх. Так. Разбирай. И вот это разбирай. Кровать, может, тоже разберем. Гвозди лишними точно не будут. Более уж 8 штук. Это выбрось. Пошли в следующую комнатку смотреть. Тоже кроватка. Разбирай и ее. Гвоздики забери. Забери, говорю. Так, с этим домиком мы тоже закончили. И два этих гаражика тоже у нас залутанных. И это, в принципе, прекрасно. Да-да-да, сейчас я приду. Не это, не переживай. Не шипи там лишний раз. Так, что у тебя за пистолет? С магазинчиком. Не мешайся, а. Пожалуйста, очень тебя сильно прошу. Я тут немножко занят. Так, вот эту тему и эту тему вот сюда давай. Что ж вы такие настырные, а? А у меня, кстати, что-то поесть вообще есть? По-моему, там не было у меня нифига. Я и с собой не брал. Но я в надежде на то, что я здесь хоть что-то найду, хоть одну консерву. Что я начинаю в этом очень сильно сомневаться, что я вообще хоть что-то найду. Ну, противень есть. Он меня мало интересует. Так, это у меня все есть. Комиксы можно читнуть. Разбирай. Вот это разбирай. Понятно. Так, журнальчик танцев. Скоро все танцы соберем уже. Надо будет посмотреть, сколько собрали. Точнее, какие собрали, какие нет. Тут явно ничего не будет. Тут коробка пустая. Тут пусто. Так, тут я смотрел, это кухонька. Кухонька оказалась пустой. Там, походу, в каждой комнате, да, вообще? Вот дробовик R1187, он хорош. Я его возьму, я не помню, есть ли он у меня на базе, но это скорострельный дробовик, который зависит от уровня твоей точности. И чем больше у тебя точность, тем быстрее ты стреляешь, в принципе. Это очень круто. Так что его мы возьмем. Так, ладно, я понял. Давай разберемся с этим чертом. Бинтик, набор для шитья, там ниточка. Ну, ниточка меня не интересует. Иголку, вот как видите, вы так и не находил больше. Это мне, не знаю, очень повезло. Так, доставай магазинчик. Перезаряжай. Выдвижной ящик, оружейный кейс пустой. Магазинчик ныкаем. Патрон 9-миллиметровый ныкаем. Дробовик. Широкий чокбор там. Я не помню. Я все время путаю. Широкий чокбор за что отвечает? Уменьшает разброс, увеличивает урон. Вот его, в принципе, можно будет и накатить на вот этот дробовик скорострельный. Но это в будущем. Это не сейчас уж точно. Так, это тоже снимай. А его вот выбрасывай. Оружейный кейсик. Там еще чехол для гитары. Коробка картечи. Журнал танцев. Хороший этот. Хороший шкаф. Мне нравится. Минимум. Так, это сюда давай. Это тоже ныкаем. А что во втором? Во втором только наушнички, да? Так, время 22:40. В принципе, можно было бы и поспать. Правильно?
Давай, спи. Я пока водички попью. Так, это ко мне залезли там? Да, это ко мне залезли. Пошла ты нахер. Так, магазина там 14 забираем. Время 4:50. В принципе, этот домик мы тоже залутали уже. Можно ставить крестик на нем. Пошли еще следующий залутаем. Глянем, что там. Кстати говоря, если так с патронами все хорошо, дело пойдет у нас. Где? Где ты там рычишь? Ты дурак? Где? Я не вижу. Это не ты рычал, а там внутри кто-то рычал. Понял. Все-таки дурак. Так, эти гаражики. О, тут окошко есть. Тут есть окошко. Слышь, зомби, дай я тебя палкой забью. Тебе эту же палку отдам. Согласен? Нормальный обмен. Так, канистра. Замечательно. С топливом у нас в будущем проблем не будет, это 100%. Прям 1000%. Я думаю, сейчас вот на эту сторону перейти, потому что там уже зачищено в любом случае. Там уже зачищено. И, кстати говоря, давай-ка выложим лутецкий лишний. Это сюда. Вот это сюда. Так, ну ты же мне будешь мешать там, да? Так, и... все остальное, кроме патронов. Паскуда, а? Так, книжки оставляем. Патроны, кстати, надо вынять. Скинуть вот сюда. И добавить в избранное. Две канистры давай-ка тоже сюда. И переложим вот сюда, чтобы я точно уже не перепутал, где что лежит. Очки, кстати, я ж потерял. Так, ты их повесил на шею или... Надевай, вот. Ты их правильно надел. Надо возвращать маску, надо возвращать очки, которые у меня игра удалила нещадно. Да-да-да, сейчас я иду, подожди. Да не ломай. Не ломай двери, не надо. Оставь. Пусть будут. Так, ясненько. Так, это разбираем. Опа. Антибиотики нашли. Это прям очень интересненько. Я, кстати, ее даже и не слышала, просто вот мне захотелось открыть и ударить. О, собачий корм, отлично, кушай. Плюс калории, плюс грусть, но грусть нерфится книжкой. Так, а где же вы там выломали? Ага, понял, где ты выломала там. Сейчас надо вокруг дома оббежать. Гаражик, кстати, тоже заскочить надо. Сварочная маска, не помню, есть она у меня или нет, но я возьму ее обязательно. Молоток с круглым бойком у меня на базе был. Для коллекции мне не понадобится. Угу, это тоже с улицы ломают. Еще есть умники, которые хотят что-то выломать, кроме второго этажа. Не верю, что здесь только в одном. Боевая винтовка М14. Это мы берем 100%. Так, от
это разряжай. Это сюда. А, кстати, боевую винтовку М14 я-то взял, но не подоставал там ни насадку, ничего не это не сделал. Так, передернуть затвор и снять насадку. Так вот будет правильнее. На базе будет меньше геморроя с этим всем делом. Угу. Я же говорю, он здесь не один. Так, разряжай. Снимай насадку. И еще одну насадку снимай. Так, этот дробовик сюда давай. Это сюда. Патроны ныкаем. Каждый патрон дорог. Каждый патрон на счету. Пусто, кроме коробки скрепок. Это я возьму, пожалуй. Это разберу. Как ты задолбала. Ты просто не представляешь, как этот вот бум-бум-бум давит по мозгам. Так, водичку набирай. И, в принципе, можем на сегодня закончить. Всем большое спасибо за просмотр. Лайк, подписка, колокольчик. Увидимся на стримах.